Всем привет! Вы на телеканале ТКТВ, и сегодня я открываю вот такую поняшу красивую. Flower Wishes. Это ее имя. Вот такая красотка у нас, земная пони. У нее тут еще аксессуары идут вместе с ней. Давайте ее откроем и все хорошо просмотрим. Ну, можно еще давайте посмотреть вот эту коробочку. Ну, в принципе, вот тут надпись об том сердечке, которое у нее на копытце, видите? И тут написано, ну, конечно, по-английски, информация, что можно играть в приложении таком. Ну, в принципе, тут для детей, ну, что детям с 3 лет нельзя. Ну, то есть 3 лет надо играть только. Да. Ну, давайте открывать. Сейчас. Вот так вот открываем. Сейчас. Да, сейчас мы достанем. Вот такая у нас розовая расчесочка красивая. Такая заколочка для волос. Ага, так. Сейчас все достанем мы. Так, оп. И вот сама такая красивая пони наша, Flower Wishes. Очень красиво. Кстати, если вы хотите посмотреть внимательно, смотрите. Внутри нее водичка и переливаются блестки вот такие. Ее можно там потрясти, там, не знаю, как-нибудь. Ну, перевернуть там вот так вот. Вот наше сердечко, которое приложение. Вот оно красивое сердечко. У нее голова крутится, как у всех пони. Отличается она только тем, что она прозрачная, и внутри нее вода с блестками. Так, давайте рассмотрим ее аксессуары. Вот тут такой бантик, как бы можно сказать. Заколочка бантиком. С бантиком. Вот такая заколочка. Давайте ей вот на гриву так вот. Сейчас. Секундочку. Вот. О, сейчас. Вот так вот как-нибудь. Как-то там. А, нет, я просто неправильно сделала сейчас. Вот тут, наверное, на хвостик, наверное. Штука слишком. Да, вот на хвостике у нее вот так хорошо крепится. Держится. И вот такая расческа. Там вот сейчас можем хвостик почесать. И вот так вот. Так вот. И вот тут можно еще почесать, чтобы она у нас красивая была. Игрушка сама очень хорошая, качественная. В принципе, много на ней, как можно сказать, всяких деталей не нарисовано. Сердечко, ее отметочка, ну и глазки. А так она вся такая пластмассовая, с водичкой. Ну, я очень довольна этой игрушкой, она очень красивая. Такая яркая довольно-таки. У нее есть движение, подвижная такая. Очень красивая, грива красивая, переливается она. И в приложении можно играть. Я очень довольна этой игрушкой. Всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео и ставьте лайки. Пока-пока! Пока-пока!